Итак, детская. Детская комната. The boys' room. Комната мальчика. Угу. Место происшествия. Я обжегся сразу. Так. Куча игрушек всяких. A child's fort. Детская крепость. От какой же угрозы пытался Саймон защитить свой мир? Это уже из ряда психологии, наверное. Том Сойер. Том Сойер, Марка Твена. Sarah must have read it. Сара, наверное, читала сыну перед сном. Том Сойера я читал только в школе. Если честно, уже не помню там. По эту книгу какие-то рисуночки, смотрите. Непонятные существа нарисованы. Наверное, тоже снились какие-то кошмары ему. Sleeping pills. Снотворные таблетки. Strong. Слишком сильные средства для 11-летнего мальчика. What was wrong? Что было не так с этой семьей? Хм. А вот у нас появилась значок к рисункам. What nightmares? Что за кошмарное видение могло вдохновить на такую картину? Simon's troubles went beyond. Саймона тревожили не только семейные проблемы. Мальчик что-то видел. Something terrified him. Что-то его пугало. Так, новая улика. Комната мальчика. Книга на кровати мальчика и игрушки на полу напоминают об обычной жизни обычной семьи. Но тревожные картины и снотворное заставляют подозревать, что Саймон Хокинс тоже страдал от душевной болезни. Может быть, мальчика посещали те же видения, которые якобы терзали его мать? Типа как по наследству передалось или... Что-то не так здесь с этой семьей, короче. Так. Ссора, которая привела к трагическому концу, видимо, назревала довольно давно. Дневник Саймона. Личный дневник Саймона. Похоже, он переживал из-за матери ее приступов. В семье Хокинсов, похоже, растет напряжение. Мог ли пожар вспыхнуть из-за ссоры? Да вы уже определитесь. Из-за ссоры он вспыхнул или нет? Или это был поджог? А может, поджог и был из-за ссоры? Но я почему-то думаю, что это... Кто-то или что-то сделал. Так. Ключ от двери в студию Сары Хокинс был спрятан. Хм. Где у нее студия? Не вот это случайно? Ого! Да тут какие-то обряды проводились. Ё-моё. Несмотря на произошедшее, они, кажется, любили друг друга. Чарльз Хокинс писал теплые слова своей жене. Нежные записки. Так, предметы понятны, ключ. Это все понятно. The
Журнал продаж. Здесь перечислены все проданные картины Сары Хокинс. Страница 1, левая. Январь-апрель. Картина для бостонского клиента. Картина для... Так, бостонского клиента, бостонского клиента. Выставка. Бродяга для FS. Подарок. Возврат. Похоже, последнюю она отдала бесплатно какому-то Фрэнсису Сандерсу. Интересно, почему? Здесь-то у нас ничего не добавилось. А, вот. Спальня мальчика подтвердила мое предположение, на которое намекали другие комнаты. В доме царила атмосфера страха и насилия. Семья, похоже, вела затворнический образ жизни, отрезанная от других обитателей острова. Письмо агента. Агент Сары Хокинс начинал беспокоиться. Похоже, она не подавала признаков жизни. Моя дорогая Сара, с тех пор, как ты оставила нас и поселилась на этом забытом богом острове, твои работы интересуют коллекционеров все сильнее. Я умоляю тебя прислать несколько новых картин. Последние, мрачные, странные и волнующие, ушли очень дорого. Прилагаю твою долю от продаж. Не забывай своего друга, который первым увидел твой талант и показал его всему миру. С любовью, Максимилиан Л. Значит, у нее начались такие вот странные видения и картины непонятные она стала рисовать, когда прибыла на остров. Сара Хокинс интересовался оккультизмом? Чего она пыталась добиться? Ритуальный круг. Если существо еще не укоренилось в нашем измерении, может помочь ритуал изгнания. При этом проводящий его человек должен нарисовать знак старших среди глифов, составляющих ритуальный круг. Но осторожнее, надежность источников, в которых описывается создание такого круга, не доказана. Выдержка из молота тварей. Абигайл. Блин, у нас оккультизм-то хреново прокачан, так что... Мало что мы знаем об этом. Это картина, смотрите, рисунок какой-то твари. Дверь заблокирована с другой стороны. Так, ну похоже здесь все. Брэдли? Это вы? Воу. Что-то стремненькое начинается. Смотрите, какие-то как порезы от когтей, что ли, на стене. Что же расскажет о ней ее комната? Замок. Может, какое-то очко опытом подберем. Очень сложный замок. Понятно, ну мы там уже были. В этой комнате. Барбитураты. Сара Хокинс была, наверное, очень возбуждена, если прибегала к такому лекарству. Барбитураты используются для подавления нервной системы, но начав их принимать, прекратить уже нельзя. Я в этом кое-что понимаю. Сам, походу, сидел, да, на нем? Так. В смысле, все, что ли? Потому что здесь ничего нет. И ни черта, в принципе, нам ее комната и не рассказала.
Что, давайте отправимся сюда. Смотрите, прям когти. Отпечатки от когтей. Is anyone there? Тут кто-нибудь есть? Шаги. Чьи-то шаги я слышу. Сейчас 100% найдем полицейского мертвым. Это 100%. Оба-на. Оба-на. В смысле? Это картина нашего детектива. Воу-воу. Эй, ты! Stop. Стоять! Куда, вниз? Брэдли, вы видели, куда он пошел? Кто? Я никого не видел. Я просто слышал какой-то шум. Вы как? На верхнем этаже кто-то прятался. Он сбежал, когда увидел меня. Он должен быть где-то поблизости. Фу. Поймайте вора. Блин, и куда он свалил? Поймайте вора, блин. Я прикрою. Источник света. Вы можете переключаться с одного источника света на другой. Угу. This door was closed. Эта дверь раньше была закрыта. Окей, идем сюда. Значит, вор пробежал сюда. Where did he go? Куда он пошел? О, у нас прям 4 очка дали. Хм. Так, предметы, что? А, лампа. Старая керосиновая лампа все еще исправна, только нужно быть внимательнее. Она потребляет много топлива. Так, психология. Отлично, психология. Давайте по новой красноречие. Seems like this came from a log. Судовой журнал. Похоже, это страница из журнала. Понедельник, 24 мая 1847 года. 42 северной широты, 70... западной долготы. Остров Дарквотер. Мы все утро шли на север. Капитан Гамильтон уверен в выбранном курсе. Он говорит, что мы обойдем Орфея в этом сезоне. Да будет Господь милостив к нам. Воскресенье, 30 мая 1847 года. Так, я бы предпочел, чтобы киты исчезли без следа. Глядя на них, на их скелеты, мы не можем забыть об их печальной судьбе. Что же пожирает этих огромных зверей? Я говорил Гамильтону, что это дурной знак. Ему наплевать. Вторник, 1 июня 1847 года. Мы бросили якорь недалеко от деревушки. Местные жители говорят, что вода покраснела от крови священных животных, и что преследовало... И что преследовать их значит бросить вызов богам. Я сказал им, что боюсь лишь Творца Всемогущего. Но одному в трюме мне страшно. Пятница, 4 июня 1847 года. Вдалеке мы увидели огромного кита. Кажется, киты такого размера вообще никогда людям не встречались. Он поет дьявольскую песню. Гамильтон хочет его убить. Среда, 23 июня 1847 года. Мы его поймали. Это самый страшный кит, которого я видел. Его запомнят как самую большую добычу в истории. Люди погибли, но мы победили. Этот день будет праздновать еще долгие годы. Вторник, 29 июня 1847 года. Дарквотер. Мы победили Орфея, который пришел с пустыми трюмами. Теперь будут помнить только Сциллу и Гамильтона. Хм.
Вы правда думаете, что ваш беглец здесь был? Я не вижу выхода. Да по-любому здесь какой-то потайной. Вот, я уже нашел. Вот шкаф потайной. Следы. Следы, вот они. Так, давайте посмотрим, что у нас. Какие-то руны, что ли? Похоже на кельтские руны. Чарльз, наверное, привез их из далекого путешествия. Знание. Маленькие отполированные камни, украшенные кельтскими рунами. Вероятно, они использовались для прорицания. Обычно такие находят в Европе. This doctor Fuller. Это доктор Фуллер. Лечит Сару Хокинс. Так, письмо от доктора Фуллера. Чарльз, я понимаю ваше беспокойство, но уверяю вас, что Сара в хороших руках. Не стоит даже упоминать, что ее состояние требует особого ухода и повышенного внимания. Ее потенциал сможет раскрыться только в том случае, если поместить ее в безопасную среду и окружить квалифицированным персоналом. Решение, конечно же, остается за вами, но, насколько я понимаю, у вас мало времени. Ваш друг Томас Фуллер. Так. В студии Сары Хокинс на полу нарисован круг, а в кругу у него стоят свечи. Тут явно проводился какой-то оккультный ритуал. Откуда могли появиться эти огромные царапины? В студии Сары Хокинс я нашел, видимо, ее последнюю работу, незаконченную. Это мой портрет. Но ведь это такого не может быть. Картину забрал вор. Это тоже часть загадки, которая окутывает смерть этих людей. Какова моя роль в этом деле? Я должен поймать его и вернуть картину. А, он, оказывается, украл картину нашу. Так. It looks like an old... Похоже на старую морскую карту. Кто-то проставил координаты на этой старой морской карте. Из них получается маршрут. По этому маршруту мы должны, наверное, следовать. Похоже на маршруты, описанные в журнале. Еще какие-то... А, это масло залито. В лампу залито новое масло. Найти масло для лампы можно на каждом уровне. Угу. Очевидно, Чарльз Хокинс очень хорошо знал капитана Фицроя. На этой фотографии Чарльз Хокинс и капитан Фицрой запечатлены еще с одним человеком. Кажется, они очень близки. Интересно, что это за человек в очках? Наверное, очередной друг Хокинс. У нас полицейский стоит вообще. Не одупляет, что и где, что происходит. Так. It looks like a freehand map. Похоже, это нарисованная от руки карта острова Дарквотер. Некоторые части на карте выделены. Интересно, зачем? Карта Дарквотера, которую нарисовал Чарльз Хокинс, некоторые места обведены. Сцилла. Это шхуна, которая сидит на мели у входа в порт. Ну да, мы видели уже такую. Панель сдвигается. О. Зубчатые колеса. Они, наверное, связаны с отпирающим механизмом. Скорее всего, это потайной ход. Нужно найти способ активировать отпирающий механизм. Так. Привести механизм движения силой. Не делать ничего, использовать лом. Лом, конечно. С его помощью я, наверное, смогу привести шестеренки в движение. Отлично. Well done, Pierce. Отлично, Пирс. Так. Места. Особняк Хокинсов начал превращаться в руины задолго до того, как пожар погубил его обитателей. Когда шикарное здание стало свидетелем
падение семейства Хокинса. В коридорах разбросаны картины Сары Хокинс. Влага уничтожает внушительную библиотеку. Окна разбиты или забиты досками. Судя по гостиной, в которой начался пожар, дело было вовсе не в семейной ссоре. Я обнаружил следы оккультных практик и какого-то огромного чудовища, которое оставило отметины на стене в коридоре, ведущей в ее мастерскую. Что же касается кабинета Чарльза Хокинса, то там нашелся тайный ход в сеть подземных пещер. Так, это мы уже читали, да. Ну, что ты скажешь по этому поводу? Вы видели старые морские карты на столе Чарльза Хокинса? Странно, да? Ни один корабль долгие годы не покидал берегов острова Дарквотера. Может быть, он хранил... Чарльз Хокинс был путешественником? Скорее, искателем приключений. Они уезжали на долгие месяцы, исследовали отдаленные места и заброшенные храмы. Ну вот что-то, наверное, и откопали. Have you seen the old maritime maps on Charles Hawkins' desk? Strange. No ship has left Darkwater Shore for years. Maybe he kept them for sentimental. Он хранил их из сентиментальных соображений, понятно. Что, давайте посмотрим, что там. Туннели под особняком Хокинсов. Комната в особняке Хокинсов, где начался пожар, пролила свет на многое. Пирс и констебль Брэдли в поисках улик напали на след уцелевшего во время пожара. Когда человек в капюшоне ворвался в мастерскую Сары Хокинс, чтобы похитить ее картину, детектив и полицейский бросили след за ним. Проследовав за взломщиков до кабинета Чарльза Хокинса, они обнаружили потайной ход. Пирс и Брэдли спустились в туннель, идущий под особняком. Потайной ход под особняком. Прямо как в детективном романе. Что? Этот парень, наверное, уже далеко. Да, и у него был прямо выход к месту преступления. Мы должны найти его. Что это за место? Это не просто туннель. Да блин, что тут все? Смотрите, здесь кто-то недавно был. Так. Подземный туннель. Я смог открыть потайную дверь в кабинете Чарльза Хокинса. За ней оказались вырезанные в камне ступени. Они привели к сети подземных пещер. Вор не мог пойти по этому пути. Почему не мог? Найдите след вора. Кто бы мог подумать, что под особняком Хокинсов расположена такая огромная и запутанная сеть пещер? Она оказалась укрытием для какого-то культа. Не могу поверить, что Сара и Саммон жили прямо над такой опасностью, ничего не подозревая. Но это еще не доказано, может, они и состояли в культе каком-то. Так. Три стула. Интересно. Какая-то фигня там на стене. Чарльз Хокинс часто бывал в этом месте. А кто остальные? Непонятные лица такие. О, это что такое? Что должна оцелетворять эта маска? А, это маска. Так. Это что такое? Что за...
Или это новый дизайн лампы? Так. Здесь, походу, все, что ли? Нет. Надо что-то найти еще. Что бы ни прятал здесь Чарльз Хокинс, он не хотел заносить это в дом. Так. Ну и что? Где-то еще что-то появилось? Че? Этот клочок ткани совершенно точно оторвали от платья. Сара Хокинс была здесь? Этот замок слишком сложен для меня. Да блин, ты заманал. Что у тебя все сложно-то? Где ключ? Обезображенный святой. Что это значит? Зачем тебе отмычки, если ты вообще ничего не можешь открыть? Не понимаю. О, как высоко-то. Ну что, спускаемся в самый низ. Самую бездну, блин. Сейчас что-то найдем по любасу. О, там водички. Водички там. Так, либо сюда, либо туда. Of course. Конечно. Весь остров пронизан туннелями. Пещера большая, тут наверняка должны быть другие ходы. Проход идет дальше вниз. Можно начать и отсюда. Я туда не полезу. Я лучше найду другой путь. Я бы не хотел портить форму, если можно. Ладно, ладно. Поищите другой вход, а я попытаюсь счастье внизу. Я только хотел сказать, а что бы было, если бы мы его с собой не позвали? А тут раз и разделились. Так. Стол, три стула, странное помещение, скрытое у входа в сеть пещер. Поднимает на несколько вопросов, новых вопросов. В какую организацию входил Чарльз Хокинс? Саре Хокинс угрожала опасность, потому что она обнаружила эти туннели. Нужно углубиться в эти пещеры и найти ответы. Проход перекрыт тяжелыми воротами. Нужно найти другой способ проникнуть в главную пещеру. Точняк. Так, подземное помещение. Странное скрытое помещение, расположенное у входа в пещеры, заставляет задать новый вопрос. Судя по столу и трем стульям, Чарльз Хокинс с кем-то здесь встречался, причем гостей было не больше двух. Еще больше смущает предметы эзотерической природы. Возможно, тут замешан какой-то культ. Судя по обрывкам ткани, здесь была и Сара Хокинс. Не угрожала ли ей опасность из-за того, что она обнаружила эти туннели? Вот-вот, как бы. Может, ссора и произошла из-за этого. У нее муж состоял в каком-то культе. Она об этом узнала. А этот культ, короче, проводил всякие оккультные
Ритуалы. Блин, опять вода, сейчас какая-нибудь опять хрень выскочит. Типа осьминога. 100%, блин. Наш детектив бесстрашный. Я бы хрен полез в такие пещеры. Что-то вроде ловца снов. Если я коснусь его, он рассыпется в прах. О, что это, статуя какая-то, что ли? Или что это? Кстати, может сейчас мы попадем в то место, то, что нам снилось. Печальная смерть. Старый дневник. Дневник жены священника. В этой книге упоминаются верования пропавшего племени. Они поклонялись сущности, которая обращалась к ним в снах. Похоже, все племя исчезло в результате массового жертвоприношения своему божеству. Sad way to go. Понятно, печальная смерть. Тут какие-то у нас наскальные рисунки. These paintings must be Этим рисунком, наверное, несколько столетий. Пропавшее племя. Племя людей, поклонявшиеся морю и его дарам, высадилось на берегах острова, окруженного темными водами. Их обнаружило существо, которое некоторые зовут пожирателем китов. Долгие годы существо преследовало их во снах, пока ослабленные умы их не сдались. По приказу существа спустились они в темные воды, окружающие остров, и не вернулись. Выдержка из молота твари, Абигейл. Оккультизм. Пожиратель китов. Это вот так он выглядит. Прям устрашающая картина. Вот еще один наскальный рисунок. Все эти лежащие люди, они мертвы или спят? Эти здания, похоже, поднимаются из воды. Так, ничего здесь. О, как тут стрёмно. Как тут стрёмно, блин. Так, у нас получили очко. Так вот. Ну что, теперь будем до 60 каждую. И можно будет силу, кстати, до 50 еще прокачать. О, у меня, кстати, кончился этот. О, можно еще так делать. Damn it. Зараза. Блин. Так, ладно. А, это типа мы, получается, вот мы с другой стороны обошли закрытую решетку.
как зажигалочку-то выбрать? Нет. О. Хотя бы какой-то свет. Time has weakened these structures. Время не пощадило эти постройки. В водорослях. А вот эту лампу не взять? Как... Что-то, блин, место-то какое-то знакомое из снах, из снов наших, похоже. I don't have time. У меня нет времени осматривать все ящики. Свечки зажженные. This oil. Опять жир. Для чего он нужен? What is it used for? Это жир, наверное, этого. Кита, которого, чудовище этого, которого поймали. Привезли на остров, на свою голову, какую-то хрень. Огонь какой-то. Огонь какой-то, не огонь. Картошка жарится, что ли? What's going on here? Что тут происходит? Пирс! Пирс! Keep your voice down. Тише, мы не одни. We're not alone. Там какой-то этот обряд про... Боже милостивый. А что вы меня втянули? We'll see. Вот и узнаем. Я пойду. А вы постарайтесь не высовываться. Да, там есть проход. Встретимся внизу. Ну что, друзья, давайте на этом закончим. Время уже подходит к концу видео. Вот. Спускаться вниз и смотреть, что там будет интересного. Будем уже в следующей серии. Такую интрижку создадим. Вот. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Я со всеми прощаюсь. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.